Добрый день, дорогие друзья. Последнее время такое понятие, как стресс, стало неотъемлемой частью нашей жизни. Специалисты предлагают ряд эффективных способов для борьбы с этим недугом. Одно из них – музыкотерапия. Музыка снимает стресс, пробуждает творческие способности и даже облегчает физическое состояние. Ни для кого не секрет, что посещение концертов классической, джазовой, народной музыки – не только признак хорошего вкуса, но и мощная энергетическая подпитка. Именно эти утверждения легли в основу создания многих концертных программ киноконцертного зала «Панорама». Будущий сезон полон ярких и интересных сюрпризов, встреч с интересными полюбившимися коллективами и новыми звездами культурного пространства России. Об одном из коллективов я хочу сегодня вам напомнить. Это легендарный ансамбль Камерный государственный оркестр «Виртуозы Москвы». В 1979 году выдающийся скрипач и дирижер пригласил в коллектив лучших исполнителей и концертмейстеров музыкальных театров Москвы, объединив в коллектив под названием «Виртуозы Москвы». Принцип существования легендарного товарищества музыкантов был и остается незыблем. На первом месте, помимо профессионализма и мастерства, ставятся высокие человеческие качества, культура общения. Я абсолютно уверена, что именно это позволяет этому коллективу так долго радовать нас с вами своим истинно высоким искусством. От многих других камерных оркестров «Виртуозов Москвы» отличает высочайшая культура, европейская культура, я бы сказала, камерного исполнительства. Яркий артистизм и, безусловно, любовь и уважение к пришедшей на концерт публике. Мало кто знает, что одним из музыкантов, благословившим Владимира Спивакова на создание коллектива, стал Рената Фазана, известнейший в конце XX века руководитель камерного оркестра «Римские виртуозы». На одном из концертов, который проходил в Большом зале консерватории, Рената Фазана по окончанию, как и полагалось, преподнесли букет красных гвоздик. Пока гремели аплодисменты, Фазана прошел по сцене и бросил одну гвоздику сидящему в первом ряду Владимиру Спивакову, тем самым как бы передавая ему эстафетную палочку. Время показало, что эстафетная палочка попала в надежные руки. Справедливости ради нужно отметить, что это был один из последних концертов Рената Фазана. А первый концерт «Виртуозов Москвы» состоялся в 1979 году в Горьком, ныне Нижнем Новгороде. Прошел с ошеломительным успехом. В Москве же впервые «Виртуозы Москвы» выступили 30 декабря 1979 года, ни много ни мало, как в Большом зале консерватории. Но надо сказать, что и трудностей у «Виртуозов» было как ни у кого другого. Поначалу не было репетиционных площадок. Приходилось репетировать в кочегарках, столовых, военных клубах. В Министерстве культуры уверенно говорили, что в России не существует такого коллектива, как «Виртуозы Москвы». Решающим стало выступление на Олимпиаде 1980 года, где «Виртуозы» играли на открытии Олимпиады. По окончании выступления весь зал встал и долгое время аплодировал стоя. Это было началом триумфального шествия «Виртуозов Москвы» по всему миру. В разные годы с «Виртуозами» выступали такие выдающиеся музыканты, как Мстислав Ростропович, Елена Образцова, Владимир Крайнев, Юрий Башмет, Максим Венгеров, Евгений Кисин, Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Юлиан Рахлин и многие-многие другие. Сегодня этот коллектив, безусловно, известен всему миру. С 1979 года его возглавляет выдающийся, как я уже говорила, скрипач и дирижер Владимир Спиваков. А с 2003 года постоянной репетиционной площадкой «Виртуозов Москвы» становится Московский международный дом музыки. За время существования коллектив дал не одну тысячу благотворительных концертов. Заработанные коллективом
и самим Владимиром Теодоровичем средства идут на гуманные и благотворительные цели. На эти деньги проходят сложные обследования, сложные операции. На эти средства приобретаются музыкальные инструменты для одаренных детей, оплачивается образование и много-много благотворительных добрых дел можно перечислять и перечислять долго. А я хочу напомнить, что легендарный принцип товарищества музыкантов остается незыблемым. На первом месте, помимо профессионализма и мастерства, ставится высокая культура общения, человеческие качества. А мне невольно вспоминаются слова Омара Хайяма: «Красивым быть не значит им родиться, ведь красоте мы можем научиться». Когда красив душою человек, какая внешность может с ней сравниться? А я приглашаю вас на концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы», который состоится в будущем концертном сезоне киноконцертного зала «Панорама». Следите за нашими анонсами, заходите на сайт panorama-tver.ru и оставайтесь с нами. А теперь еще об одном коллективе, который, безусловно, порадует нас с вами в будущем концертном сезоне. Это один из лучших коллективов России – оркестр «Московская камерата» и солисты-вокалисты московских музыкальных театров с новой программой «Концерт на бис». Камерный оркестр «Московская камерата», признанный одним из ведущих музыкальных коллективов Москвы, был создан в 1994 году. Начиная с первых выступлений и до сегодняшнего дня, концертная деятельность оркестра вызывает большой интерес у публики. С успехом выступает коллектив как в России, так и в зарубежных гастролях в Испании, Франции, Германии, Польше и многих-многих других странах. Оркестр отличает неповторимый исполнительский стиль, яркое звучание, профессионализм, убедительность трактовки, разнообразие репертуара. Московская камерата постоянно работает с лучшими солистами Москвы и зарубежья. Среди них Денис Мацуев, Любовь Казарновская, Владимир Матурин, Кирилл Рудин и многие-многие другие. В 2010 году на должность дирижера камерного оркестра «Московская камерата» приглашен заслуженный артист России Николай Соколов. Репертуар оркестра постоянно обогащается. В творческом багаже «Московской камераты» произведения Вивальди, Моцарта, Телемана, Баха, Аренского, Чайковского, Дворжака и многих-многих других композиторов. Тверским ценителям истинного искусства коллектив предложит как самостоятельные произведения, вокальные и инструментальные, так и полюбившиеся всем музыкальные фрагменты из известных опер, которые будут понятны и близки публике совершенно с разными вкусами и предпочтениями. Опера сегодня имеет огромное количество истинных поклонников. Не всегда можно попасть в музыкальный театр на оперное представление, а в одном концерте послушать любимые и знаменитые арии может каждый. Это доступно всем в киноконцертном зале «Панорама» с оркестром «Московская камерата» и солистами, вокалистами московских музыкальных театров. А сейчас немножечко из истории мировой оперы. На премьеру оперы Шарля «Гуно Фауст» не было продано достаточное количество билетов, и композитор принял такое решение. Он раздал билеты на 3 представления людям, живущим вне города, объявив, что все билеты проданы. Таким образом, вызвав безусловный интерес у горожан, которые скупили оставшееся количество билетов. В результате премьера «Фауста» была настоящим шлягером. Впрочем, шлягером «Фауст», как мы с вами знаем, остается и по сей день. И с уверенностью можно сказать, что менеджерский ход композитора был успешным и правильным. Еще один интересный факт из мировой оперы. После выступления «Плачидо Доминго» в Вене, когда он исполнял роль Отелло в одноименной опере Джузеппе Верди, публика рукоплескала ему целых 80 минут, вызывая на бис 101 раз. Таким образом,
был поставлен мировой рекорд аплодисментов. А мне хочется вернуться к теме полезного влияния музыки, качественной, хорошей, доброй, в том числе классической, на здоровье человека. Англо-американские ученые провели тестирование среди некоторых вузов Соединенных Штатов Америки, давая студентам ежедневно слушать музыку Моцарта. По результатам обследования выяснилось, что IQ студентов повысилось аж на целых 25%. Молодые люди, которые регулярно слушают музыку Моцарта, принимают нестандартные, правильные решения, и это утверждают их экзаменаторы. А я советую вам, если вам предстоит экзамен, послушайте накануне. Не поленитесь, не потратьте время. Поставьте музыку Моцарта, и вы убедитесь в том, что ваши экзаменаторы, безусловно, будут довольны вашими ответами. Конечно, учитывая то, что объем ваших знаний будет соответствовать тому, что требуется. Также по результатам немецких ученых можно сказать, что регулярное прослушивание доброй, хорошей, качественной музыки поддерживает стрессоустойчивость без особых усилий со стороны человека. А я приглашаю вас на наши концерты в киноконцертный зал «Панорама», которые, безусловно, зарядят вас позитивом и положительными эмоциями. И напоминаю вам слова Джона Леннона, что время, потраченное с удовольствием, не является потерянным, а от себя добавить в киноконцертном зале «Панорама». Я абсолютно уверена, что скоро все наши недуги пройдут, и мы вновь встретимся с вами в нашем зале. Следите за нашими анонсами, заходите на сайт panorama-tver.ru и оставайтесь с нами. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!